говорят, что для человека одни из самых привлекательных ароматов – это ароматы кофе, шоколада и, конечно же, свежего хлеба. Вот уже 35 лет Чебоксарский хлебозавод номер 2 радует горожан своей продукцией. С юбилеем предприятия поздравил глава Чувашской республики Олег Николаев. В целом, Чувашский продукт, входя вот в эту группу компаний, если так можно выразиться, хлебопекарных предприятий или хлебопереработающих предприятий, перерабатывающих предприятий Чувашской республики, дополнил вот эту стройную цепочку и соответствующим образом нам позволяет прежде всего добавлять, как это принято говорить, стоимость производимой продукции Чувашской республики. А самое главное это делать на очень высоких экологических стандартах. И вот то, что вы еще обеспечиваете питанием наших школьников, это тоже одно из наших направлений. Наша задача прежде всего этими экологически чистыми продуктами обеспечивать наших жителей Чувашской республики, прежде всего детей, которые должны быть здоровыми, а питание – это, конечно же, основа здоровья. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов отметил, что многие работники продолжают быть верными выбранному делу. Благодаря таким людям формируется история предприятия и становление организации. Руководство не перестает развивать бизнес. Вводятся современные стандарты, увеличивается выпуск изделий, растет качество продукции. Также он рассказал о том, что в ближайшее время после комплексной модернизации найдутся новые идеи, которые повысят рентабельность и обеспечат качественными изделиями больше жителей не только Чувашии, но и других регионов. Стандарты Олег Алексеевич уже нам задал, и плохо работать мы не сможем. Что-то вы уже успели сделать, но предстоит сделать многое. Но самое первое, в первую очередь, конечно, я считаю, нам надо поменять мышление. Сделать это самое сложное. А все дальше мы с вами точно сделаем и модернизацию, приведем и отремонтируем. Все делают люди. И сегодня... Я знаю, на некотором я всех изучить не успел, может, я кого-то даже пропущу. Некоторые проработали на этом заводе, как раз в феврале задрали планку больше 35 лет на заводе, то есть с момента, получается, открытия предприятия. Кроме того, во время мероприятия глава региона и министр сельского хозяйства вручили награды отличившимся сотрудникам предприятия. Сейчас на предприятии трудится более 400 человек. Трудовые династии – это настоящее будущее хлебозавода. Также функционирует служба общественного питания при школах Чебоксар и Новочебоксарска. Так что качество и внешний вид продукции постоянно улучшаются. История продолжается. За долгую историю хлебозавода много раз менялись формы собственности, название предприятия. Оставалось неизменным одно – качество продукции. Самое значимое преобразование произошло в апреле 2022 года. Встал вопрос, закроется предприятие или будет работать. Главой Чувашии Олегом Алексеевичем Николаевым и правительством Чувашской республики принято решение о покупке всех акций предприятия акционерным обществом «Чувашхлебопродукт». Таким образом, Чебоксарский хлебозавод номер 2 стал единственным в Чувашской республике 100% государственным предприятием хлебопекарной отрасли промышленности. Сегодня хлебозавод является одним из ведущих производителей хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Ассортимент, вырабатываемый предприятием продукции, насчитывает более 120 наименований. Ежесуточно вырабатывается более 15 тонн продукции. Так что главное не останавливаться на достигнутом. Ну а хлеб, как известно, всему голова. И на чувашском столе хлеб и разнообразные пироги тоже занимали почетное место.